Итак, ребят, всем привет, с вами Борода, и мы продолжаем писать серию роликов по Elden Ring, и что-то у меня после Духа Предков настроение все-таки какого-то босса повергнуть сегодня. И я пришел в туннельный замок, призвал уже чародея Роджера, как вы помните, и хочу попробовать убить же Бороду. Мы подкачались, стали лучше, у меня есть чудесный колокол, плюс Роджер, я думаю, что-то да у нас должно получиться. На тех будет отвлекаться, главное самим не умирать, и все. А там что-то у нас должно получиться, я думаю. Побольше костов будем бросать, быстреньких. Я думаю, мы его должны сегодня взять. Главное не умереть. Так, хорошо, мана кончилась. Это в меня. Хорошо, я плохо отразил. Очень плохо. Ну ничего, продолжаем. Файр за файром. Я верю в то, что мы сможем. Так, он упал. Пару мощных можно зарядить. Так, тихо. Он агрится. Отходим. Можно хильнуться. Немного маны мне. Так, и пошла жара. Волки падают, но Роджер еще жив, и еще один волк. Я увернулся очень хорошо. Не долетел мой файер, к сожалению. Так, ну я надеюсь, что мы затащим его сегодня. Должны. Единственное, что у меня маны очень мало. Каждый файер должен быть как последний и максимально сильный. Так, чародей упал. Так. Дальше у меня осталась только рукопашка. Давай. У меня нету фляги. Это было так близко. Просто один удар сделать. Один удар. Если бы я не выпил флягу... А у меня была фляга. Это я облажался. Ничего, сейчас еще разок. Это было очень близко, очень красиво. И чуть-чуть мы его не дожили. Сейчас мы это исправим. Фух. Чувствую. Чувствую прилив. Чувствую адреналин. Надо убивать. Надо просто убивать. Сейчас обратно волков призову. И он будет наш. Не спеша, аккуратненько. Так, хорошо, Роджер пришел, поехали. Волки. Хорошо. Так. Ну давайте, ребятки. Ой, больно. Так, поехал файер. Он на меня пошел, я понял. Ребята, помочь. Хорошо. Мана почти кончилась. Но вроде пока терпимо. Так, я подготовил уже пить флягу. Пью. Поехали. Давай, критуй! Он упал! Хорошо, еще прошел крит, еще свалили. Супер! Просто супер! Так, это сейчас по мою душу пойдет, по-любому. Нет, на них остался, отлично, волки, супер. Обожаю, не зря потратил деньгу. Так, раскидал всех. Ай-яй-яй, Харейв критовать, слушай. Ага, моя очередь, все, я понял. Хари их критовать, значит, пришло время меня. Тихо, хил надо. Давай, дорогой. Надо добить его, Роджер пока еще жив. Роджер уже не жив, но он закастовал. Это в меня пошло, я понял. Хилимся. Есть шанс, ребят.
лоха. Надо дальняк взять. Не хилься, не хилься, не хилься назад. Терпимо, терпимо. Давай. Ай, не увернулся, все, крит. Да. Ничего, еще раз пойдем. Прошлый раз было лучше. Фух, ничего, ничего. Мы его сложим. Если бы я тот раз не выпил пустую флягу, все было бы великолепно, и мы бы уже и шли дальше. Так, пошли. Попытка номер 121. Все возможно. Надо лишь постараться. У меня есть ополченцы, но я не думаю, что они будут лучше. Можно попробовать, чисто ради интереса. Но что-то мне подсказывает, что они будут получше. Ладно. Пошли. Просто проверю сейчас уже. Ладно, что уж тут. Интересно. Я ополченцев ни разу не юзал. Ой, ополченцы слабые. Ладно. С ополченцами будет заведомо проигрыш. У них мало хп очень. Все, они сейчас уже умирают. Один отплыл. И второй тоже. И мы остались только с Роджером. Это плохо. О, слушай, они встают. Ладно. Тогда может и нормально. Если они будут постоянно вставать, возможно, это шанс наоборот. А Роджер-то не подходи, он же критует. Ну что ты, как... Прям как я. Уходим, уходим, уходим. Они очень медленные. Что-то один остался, и все, пехотинчик у меня. А где остальные? Уходим, уходим, уходим. Спасибо, Роджер. Не прошел ни один крит, ты видишь? Ну, по Роджеру-то прошел, а по этому нет. Уходим. Пал я. Пал. Пехотинцы прикольные, они постоянно встают, но они очень медленные. С волков все-таки больше будет пользы. Все-таки с волков будет больше пользы. Ладно. Фух. Пока что первый раз был лучше всего. Поэтому, опираясь на первый раз, мы видели, что его реально убить было. Просто моя ошибочка, которая помешала. Надо, я не знаю, лучше или большими у него бросать. Так большие медленные очень. Не пойму пока, по какими лучше его атаковать, пока они на него агрятся. О, да ты что, издеваешься? Да ты издеваешься. Боже. Так, хорошо, мы стартанули. Немного я слетел. С этой стороны, со стороны дверей, не очень удобно. Тут меньше места. Я хотел перебраться на ту сторону. Но по итогу что-то пошло не так.
Лови хороший файр такой. Вот минус хороших файров в том, что они медленные. Я же почему и качать начал ловкость. Потому что если... Ну реально, она если будет заметна, то это мне спасет и упростит жизнь очень сильно. Тихо. Надо отойти. Все пошло в Роджера, это плохо. Мы еще недостаточно сбили ему ХП. Не успели уложить его на лопатки. Тихо, давай, давай, иди сюда. Все, Роджер уплыл, да? Ну, почти да. Практически Роджера уже нету. Все уходит тупо в Роджера, бедолага. Я пытаюсь его на себя отогреть. У меня еще флях много. Но он не идет. Блин, интересно, его вообще реально, чтобы сбросить? Чтобы он пошел туда. Давай, 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 это мой шанс. Да, ты отвали от меня. У тебя там есть волки, давай с волками дерись. С волками, я говорю, дерись. Да! 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 Супер, ребята. Просто супер. Мы это сделали. Сумка с талисманами нам выпадает, поэтому... Сейчас будем изучать, что это за вещь. Очень интересно. Так, мы прошли этот этап. По итогу нам открывается здесь портал. От прислужников ужасного знамения пощады не жди. Хорошо. Не будем ждать. Утраченную благодать мы здесь получили. Я очень рад. Это просто великолепно. И на этой шикарнейшей ноте мы наконец-то закончим этот выпуск. Поэтому всем большое спасибо и пока-пока.